Вот, значит, когда с кнопки не работает абсолютно. Либо же, когда кнопки... О, вот он закрылся. Вот теперь заработал, видите. В общем, когда закусывает именно сам замок, как открыть его изнутри. Сейчас я вам покажу. Просто отгинаем здесь, берем либо отвертку, ну либо какой-нибудь плоский тонкий предмет. У меня здесь коврик, который будет мешать. Но постараемся снять все как положено. Далее нужно надавить. Вот в эту часть, вот сюда. То есть берем, упираемся и легким нажатием, не обязательно там бить. Вот он уже пошел. Открываем багажник.